Москву и область атаковали беспилотники. Как сообщают телеграм-каналы, два БПЛА врезались в многоэтажные дома в столице. Работают системы ПВО. До этого ночью третьему за сутки российскому обстрелу подвергся Киев. Как заявляют украинские власти, после комбинированной баллистической атаки минувшей ночью применялись исключительно беспилотники. Кілька російських терористичних атак за добу. Шахеди, крилаті ракети, балістичні, керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО, усім захисникам і захисницям неба сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день більшість шахедів і ракет збиті. По словам мэра Киева Виталия Кличко, Россия хочет пошатнуть моральный дух страны, напав на столицу. Путину нужна Украина. Без нас, без украинцев. И ключевой целью находится город, мирный город, где в сегодняшний день находится более 3 миллионов жителей. На остальной территории Украины в результате нападений в понедельник погибли по меньшей мере 4 мирных жителя. Двое из них в городе Торецк Донецкой области. Еще 2 человека стали жертвами обстрелов в Днепропетровской области. В свою очередь губернатор Белгородской области Виталий Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Графовка погиб один мирный житель.